Смотровая площадка с видом на пику Вьехо, старый пик. Боковые кратеры. Когда ствол кратера предыдущее извержение вулкана забило, к стволу кратера, вот, магма под большим давлением, вот, ищет более слабые места, в данном случае вот, со стороны смотровой площадки. 1798 год, 92 дня было извержение вулкана, вулканический пепел поднимался на высоту 1,5 километра. И вот вправо по ходу движения лава истекала из этого бокового кратера, даже два вижу кратера, и образовался новый участок, по-испански «Лавас Негрос», по-русски «Участок черной лавы 5 квадратных километров». Будем проезжать, но вот отсюда сколько. Так, группа иностранцев, которые горным туризмом занимаются. Собираются, скорее всего, по этой тропе подняться на пик Вьехо. Там есть тропа. Вот. Причем они уже где-то прогулялись. По возрасту пожилые. 60 лет и старше. На склонах еще растет канарская сосна. Ну, чуть дальше уже мы въезжаем Каньядос. По-русски кальдера. 17 километров в диаметре. Это второй по размеру в мире. Самый крупный находится в Африке, государство Танзания. Вулкан Нгоронгоро, 26 километров. Там пасутся, как в саванне, стада антилоп, косуль, жирафов. Удобное место. Здесь и автобусы часто останавливаются.